Привет, привет. Что привело тебя в ночные ворота? Хочешь поесть или переночевать? Я стараюсь не нарушать покой моих клиентов. Так я тебе и поверю. Я стараюсь не нарушать покой моих клиентов. Ну, если ты настаиваешь. Он тут был, но ушел. Если поспешить, ты наверняка его догонишь. Или просто подожди здесь. Он скоро вернется. Хорошо, она твоя на день. Если что нужно, кричи.
Мне не до разговора. Прочь с дороги. Посмотрим. Что-нибудь слышишь? Можешь меня взять? Thank you.
Будь начеку. Как тебя занесло в легион? Гранат стрелы все еще болит. Ненавижу лучников. Эй, хватит скулить. Тяжелая эта имперская броня. Проклятый мятежник. Скорее бы начать потрошить мятежников. Я знаю, все так... Есть что доложить? Хорошо. Посмотрим, что тут у тебя. Любопытно. Они лучше осведомлены о наших планах, чем мы полагали. Оказывается, форту Дунстад требуется подкрепление. Значит, он их не получит. Погоди, сейчас я немного подправлю эти бумаги. Вот, так сойдет. Доставь эти поддельные бумаги командиру мятежников в Донстаре. Они пустят его по ложному следу, и у нас появится пространство для маневра. Ладно. Говорят, вампиры напали на зал дозора, сожгли его дотла. В первый раз слышу, чтобы вампиры так воспользовались. Во имя Девятиска, твое появление до кого мы напугаем своими старыми ранами? Всему городу снятся... Скверно выглядишь. Иди только меня не зарази. Безбожный. Вот как? Я тебя не узнаю. И почему ты не носишь цвета братьев Бури? Да, пожалуй, так и есть. Хвалю за смекалку. Нас ждет... Ладно, давай посмотрим. И
А, хорошо. Судя по всему, подкрепление для форта уже в пути. А здесь еще и сведения о передвижении войск противника. Великолепно. Не просто доставлять сообщения, когда кругом кишат имперские разведчики. Молодец. Может, выпьешь в пике ветров, прежде чем отправляться обратно? Тем меньше достанется нам. Мы сами изгоним имперцев. Когда мы победим, нас воспоют в веках. Если победим, чует мое сердце, эта война затянется на... Будь начеку. Никогда не знаешь, когда псы Ульфриков вздумают напасть. Есть что доложить? Мне надоело ждать. Твоя цель – форт Дунстан. Иди к солдатам, которые готовятся к атаке. И помоги им уничтожить повстанцев. Когда вы одержите победу, мы поставим в форте гарнизон. Ну что, солдат, справишься с задачей? Я могу рассчитывать на тебя, солдат. Вестер! Я знаю, все говорят, что мир посмотреть себя. Смотреть в оба. Звучит так и есть. Кто же знал, что увижу столько неприятных. Скорее вещей. Бы начать потрошить мятежников. Погляди! Вот что у меня есть. Thank you.
Я совершаю паломничество в святилище Азуры, богини Сумерек. Всего доброго.